Анонс 13 и 14 серии второго сезона сериала «Адмиралы района» в 13 серии. Адмиралы пытаются задержать Белогуба, пока тот снимает деньги в банке. Однако Аркадий замечает девятого и предупреждает брата о засаде. Белогуб провоцирует панику в банке, утверждая, что здание заминировано, а Аркадий вызывает на место наряд пожарных и скорую. В образовавшейся суматохе Белогубу удается скрыться. После этого Девятов решает узнать, как Аркадию удалось выйти из тюрьмы, и отправляется в колонию. Он узнает об убийстве врача, однако доказать, что это сделал Аркадий, невозможно. Он не оставил никаких улик. 14 серия. Тем временем Голованов обращается к Зимину и Салтыкову, акционерам Нортинвеста, с предложением по дешевке выкупить их доли в компании. Аркадий знакомится с Ольгой, директором школы, надеясь спрятаться от полиции у нее дома. Зимин заявляет Голованову, что не будет продавать ему свою часть акций Нортинвеста. После этого охранник Голованова похищает Зимина. Круглову сообщает, что охранять его больше не будут, так как киллер, от которого исходила опасность, ликвидирован. Группа Городецкого задерживает Аркадия в квартире Ольги, но из-за отсутствия доказательств вины его приходится отпустить. Посмотреть очередные серии вы сможете 20 декабря на телеканале НТВ. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.